И снова здравствуйте. Мы все еще на дружбе. Только что приехали. Было два видео, как мы приехали и как мы тут планировались. Но сейчас немножечко пройдемся по соседям. Здесь, вот как раз здесь я и присмотрела себе лианы. Пойдемте посмотрим с той стороны. Сколько тут всяких красот. Это только один из многих питомников, которые здесь представлены. Пожалуйста, тут эспереи всевозможные. И деревья там тоже всевозможные. И боярышники разнообразные. И лещины, и тополя, и рябины. Что тут еще? Яблони, сливы, лапчатки. Много-много. Пойдемте скорее посмотрим на лианы, которые я хотела приобрести здесь. Вот здесь, смотрите, здесь это актинидия. Вот уже подрощенный с хорошей корневой виноградик, мой любимый. Так, а вот он как раз древогубец. Быстро растущая, неприхотливая лиана. Прекрасно быстро осваивает опоры. Единственное, что нельзя его сажать на деревья. Или это лимонник? Нет, древогубец, все правильно я определила. Тут что-то вдруг засомневалась. Вот, так что вот здесь вот мы приобретем лианы. А вот наши добрые соседи, которые предоставили нам туи. Пойдемте посмотрим на туи и можжевельники. Это одна из точек этого предпринимателя. То есть не основная, это, можно сказать, такой запасник. Вот здесь как раз запас туй и можжевельников. Запах здесь стоит, конечно, просто потрясающий. Можжевельники на солнце, туи источают аромат, фитонциды. Очень здорово. И вот туда, до леса, прямо вот много-много-много всевозможных можжевельников. И в основном западные туи. Есть здесь липы на точке и сосна. Вот это вот большая липа, я к ней приценилась. Большая липа, это стоит 200 тысяч. Так, на минуточку. Да, нам пока не потянуть. А здорово было бы сразу посадить такую большую, и было бы у нас не так жарко. Ну, вот эти вот липы поменьше, но тоже не дешевые. Они в районе 70 тысяч стоят. Я думаю, что липа довольно быстро растущее дерево. Можно и поменьше найти липочку. Вот. Ну, пойдемте теперь смотреть на розы. Самое сейчас интересное, потому что они цветут. Это как раз вот где кафе, где въезд. Так, ну что, быстренько, быстренько, да? Вот, это территория уже наших соседей. Кстати, включился полив. Все фонтанирует. Значит, уже 4 часа есть. 16. Здесь довольно большая точка. Сейчас посмотрим на нее. Вон они там, розочки. Цветут вовсю. Здоровенные кусты пионов. Еще не приценялась и цены еще не спрашивала. Розы, большие розы в больших контейнерах от 800 рублей за куст. Собственное выращивание, собственный питомник. Большой выбор сортов. Вот надо будет нам здесь какую-нибудь розочку себе прикупить. Для того, чтобы демонстрировать наши клети. Наши опоры, обелиски. Вот, посмотрите, какая красота. Лена среди роз. Очень хорошо. Думаю, что нужно будет что-то знакомое покупать, чтобы пока не думать о том, что за сорт, что-то там как-то приспосабливаться к нему. Может быть, здесь есть остинки какие-нибудь. Ну, надо будет еще познакомиться с ассортиментом, конечно. Ароматы. Хм.
Ну, конечно же, это Минерва. Кто со мной давно, помнит, что у меня было два роскошных куста этого сорта. К сожалению, нам пришлось попрощаться. Закончилась розочка по причине неизлечимого заболевания. Ну, зато я сразу ее везде узнаю. Приятная память. Здравствуйте. Вот. Скажите, а осинки есть у вас? Например, The Poet's Wife есть? Прямо здесь нет. Это не... вот. Лето. Леонардо есть? Вот, пожалуй. Пожалуй, Леонардо самый хороший выбор. И цвет хороший, и роза устойчивая. Аромат. Все при ней хорошо цветет. Вон ангелочка, моя любовь, цветет лапка. Вот. Леонардо да Винчи у меня еще не было розы, но, собственно говоря, эта роза довольно известная и довольно покладистая. Вот. А вот это вот у нас не запоет сливаев. Похоже, но нет. Ну вот, пойдемте еще сходим в кафе. Вот и кофейня. Мы здесь пока столуемся, пока не придумали ничего нового своего. Пока ни холодильника, ничего нет. Тоже красота. Всегда красивое оформление. Всегда приятно зайти. Вкусный кофе, кстати. Очень даже вкусный кофе. И чай, чай. Мы сегодня открыли для себя чай. Здесь очень вкусный чай. Вот. Узнаете? Наша штучка. Еще со времен Фоксимании. А, здесь еще наши дровнички стоят, кстати говоря, с дровами. А вот это местечко мы себе облюбовали. Здесь под березами. Мы сегодня обедали. Нам понравилось. Приезжайте и вы. Мы здесь с вами выпьем чай, кофе, может быть, даже пообедаем. Почему бы и нет? Нам разрешили вот здесь вот пройти, поснимать еще вот здесь растения. Это вот там, где я лианы вам показывала. Как раз мы там выйдем к своему участку. Вот, кстати, красивенькие. Я так понимаю, что это гейхеры или гейхереллы. Мне такие нравятся. Можно будет тоже взять их для оформления участка. Мшаночка моя любимая. Это варегатная таволга, лобазник. Смотрите, какой красивый лист. Пахнет как... Из нее чай вкусный. Кровохлебочки. Вот хорошие. Травинки. Друзья мои, это мы только по чуть-чуть заглянули на три точки. Здесь их очень много. Зайдите на сайт Дружба, экспоцентр питомников Дружба. Посмотрите, сколько всего. Ну, мы потихонечку будем осваиваться и будем шастать там, вам показывать, где тут что, знакомиться со всеми. Вот, сегодня нас добавили в чат. Мы там будем сегодня активничать. Вот. Ну, а вот там наша точечка как раз. Ну что ж, друзья мои, я думаю, что хватит на сегодня жаркого дня, впечатлений, эмоций. Поедем домой. Выращивайте сады, будьте счастливы. Поеду поухаживаю за своим садиком и тоже осчастливлюсь. Все. Пока-пока. Приезжайте к нам в гости. Пока.